В Кызылорде состоялся вечер памяти хореографа и педагога Булата Каржаубаева. На сцене областной филармонии его ученики представили большую танцевальную программу. Хореограф – профессия мужская. На протяжении многих лет упорно это доказывал Булат Каржаубаев. Особая пластика проявилась у него еще в раннем детстве. Но танцевать на большой сцене не было его мечтой. Как и все мальчишки, он мечтал о военной или технической карьере. Однако судьба распорядилась по-своему. С легкой руки матери он поступает в Алматинское хореографическое училище имени Селезнева и с успехом заканчивает его по специальности артист балета. Мой брат всегда упорно и честно трудился. Он любил танцевать, мечтал стать заслуженным артистом. Он учился в Ленинграде, в Москве. Булат стремился познать все секреты хореографии, полностью отдавался делу, которое искренне любил. Работал в государственном ансамбле классического танца, потом стал педагогом, работал в мус-колледже. Он очень любил нас, своих родственников, очень добрый, отзывчивый человек был. Мы все его тоже очень любили. Как грустно, что он ушел таким молодым, всего 50 лет было. Он воспитал много талантливых учеников, в их числе Людмила Пак, которая и сама сегодня педагог. Булат Майлыбаевич, говорит Людмила, был строгим, но справедливым учителем. От своих подопечных требовал полной самоотдачи. Нас всегда поддерживал и подгонял, и ругал бывало. Но зачастую он нас хвалил, обязательно говорил, все хорошо, но... И всегда находил какую-то такую вот ошибку, чтобы можно было ее исправить. Мы всегда прислушивались к нему, нам его очень не хватает сейчас. В январе 2014 года Булата Майлыбаевича не стало. Но память о нем живет в сердцах его родных, коллег, учеников. Ему танцевальные коллективы «Индидар», «Томирис», «Сырсулуо», «Арайлы» посвятили свои самые яркие танцевальные композиции. И станцевали с любовью, страстью, самозабвенно, так, как он учил их. Кристина Алмазқызы, Ахан Алиев, Турихан Кужахметов, телеканал «Казахстан», Кызылорда.